меня в руках японский оптический прицел Хакка серии Epoch One. Увеличение от 1 до 6. Диаметр объектива 24. Это прицел загонного типа с сеткой 6D. С подсветкой. В комплекте к оптическому прицелу идет батарейка для подсветки. Специальная тряпочка для протирки линз. Удобные наглазники на резинке с желтыми стеклами. Этот прицел загонного типа отличает то, что он производится в Японии. Регулировка увеличения находится вот здесь. От 1 до 6. Регулировка фокуса. Еще одна особенность является, что яркость подсветки семиступенчатая. То есть вы можете выбрать как наиболее яркую, так и наиболее приглушенный цвет. Сейчас подсветку точки я включил на самой высокой мощности, семерка.